Около 28 миллионов рублей будут направлены на реставрацию храма в Чувашии. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на 2013 год. 12 миллионов из этой суммы предусмотрены на ремонтно-реставрационные работы в соборе Цивильского Тихвинского женского монастыря. По 5 миллионов выделено на реставрацию прихода храма Вознесения Господня в селе Семеновское Порецкого района и богадельни Киево-Николаевского женского монастыря 18 века в Алатыре. На восстановление самого женского монастыря в федеральной программе заложено 49 тысяч рублей. Хватит денег на продолжение реставрации Веденского кафедрального собора в Чебоксарах. Выделено около 4 миллионов рублей. Разработку проектной документации ремонтно-реставрационных работ дома крестьянина, в котором располагается духовное училище, направят чуть более 2 миллионов рублей. Предусмотрены средства и на археологические работы, и на восстановление экспонатов музеев Чувашии. Надо отметить, что состояние 56% памятников истории и культуры, находящихся на госохране, характеризуется как неудовлетворительное. Они нуждаются в проведении противоаварийных, консервационных, ремонтно-реставрационных работ. 14 памятников архитектуры и градостроительства находятся в аварийном состоянии.